Когда твоя самоизоляция продолжается уже не первую неделю, а со всеми ты уже созвонился, пообщался, да и рассказать особо нечего, начинают посещать мысли, а не разыграть ли мне домашних? Тем более, что на просторах интернета так много пранков. Вот вам яркий пример, как это можно сделать красиво и по-доброму. Глава семьи с детьми решили разыграть маму. Ты клеишь эти, Макс, наклейки другие, а я шарики. Вот так буквально за полчаса автомобиль превратился в настоящий праздник. Всего лишь шары и наклейки, а сколько удовольствия. Ё-моё, сколько шариков! Мы старались. Но не все розыгрыши заканчиваются столь позитивно. Вот яркий пример, как не стоит разыгрывать и без того тяжело переживающих самоизоляцию мужчин. А ведь наш герой еще даже не знает, что это последний матч, который он смотрит в реальном времени. Но сейчас не об этом. Отчаянная супруга столь импульсивного мужчины решает поиграть с пультом через телефон. Мужчина недоумевает. Проверив несколько раз телевизор, у него начинается открытая агрессия. Кажется, жена даже не предполагала, к чему и к каким последствиям приведет ее, казалось бы, безобидный розыгрыш. Только теперь вот непонятно, как именно супружеская пара на самоизоляции будет коротать вечера без телевизора и ноутбука. Но одно мужчину должно все-таки радовать. Футбол тоже теперь изолирован. Есть люди, которых даже разыгрывать не имеет никакого смысла. С ними просто можно поспорить, и они рьяно примутся исполнять дело на радость и забаву всем окружающим. Сложно сказать, о чем думал наш герой, но получилось очень эффектно. Стоит признать, квадроцикл действительно оказался стойким. Да и заехал в бассейн, как заправский тягач. Только вот выехать не сумел. Такими темпами чудо-машина может и в подводную лодку превратиться. Это был... И будет ему не самоизоляция, а полный покой. Хочешь тоже попасть в эфир? Тогда присылай свои видео, на которых весело и оригинально проводишь время в самоизоляции, на сайт чтв.ру. И помни, карантин не страшен, когда дома ярче.